орден называется «За заслуги перед Отечеством». У нас было три Отечества. Российская империя, Советский Союз и нынешняя новая демократическая Россия. И мы иногда размышляем, какая идеология, какие скрепы. Но в XIX веке размышлений не было. И у Российской империи был самый лучший государственный гимн. Буквально четыре строчки. «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни!»